Поехали на рыбалку, на Ветлугу, на спиннинг. Ночью выпал снег, гололед. На Ветлуге осень, снегом здесь и не пахнет. Обычная осень. Первая стоянка. Люди там, мы едем на вторую стоянку. Вот, пожалуйста, Ветлуга. Вот съезд на вторую стоянку. Давайте посмотрим. Попробовали джиговать, поймали хорошего окуня. Ну вот. Сейчас окуня покажем. О, поймал. На джиг. Вова поймал горбачика. Пробовал половину джиркбейт, не клюет. Ну вот, на вобер кислотный. Ну такие мелкие шнурги, зато приятно. Сделал опять, как ни парадоксально, очень длинную паузу. Делал паузы по 5 секунд, потом поправлял сидушку лодки. Пауза получилась секунд 10, вот результат. Мелочь, но приятно. Вова, ну что ловишь-то? Pike Depp, 115-й суспендер. Ренегат? Ренегат. Понятно, молодец. Такие депки клюют. Ветер свищет, мы на выходе на Ветлугу, на Боровской, вот из протоки. Вова тут поймал хорошего окуня на джиг. Внизу коряги, 3 метра глубина, вот. Снег идет. Сейчас постоим чуть-чуть и пойдем в протоки. Попробовали половить в протоках, заплыли, где ветер дует. На фичинговые воблеры поймали парочку. Сейчас вот заплыли в затишок. Покажи. Дива щука. Вот такой воблер есть. Дайва Seabass Hunter. Вот он, видите, составной. Вода прозрачная, черный, вроде рыба видит. Лопаточка маленькая. Вот такая щучка клюнула. Вот взяли такую щучку. Такой траве форсировать пришлось. Но вот спиннинг Salmo Ballist позволяет выдирать. Вот такая щучка.